Всех приветствую. Сейчас покажу, как нам перезаправить вот зажигалку такого типа. Турбированная. Она перезаправляется, но очень по-дебильному. Вот, одну я уже перезаправил. И сейчас, если получится словить, полностью заправленная, что тут гуляет только шарик. Вот. Все работает. И как же я это сделал? Во-первых, нам газовый баллон понадобится. Можно, в принципе, любой. И я заклеиваю обычным термоклеем вот эту заглушку. Потому что, точнее, не заглушку, а пиптик. Там стоит резинка, и она постоянно пропускает. Особенно, если она трескается, то это беда. И следующий шаг вот здесь, вот этой штуки по дефолту нету. Вот. Тут есть уплотнительная резинка, но она пропускает. Она просто гуляет в любую сторону. А я взял еще одну такую же зажигалку, растянул эту резинку уплотнительную. И когда мы будем... Сейчас покажу. Если мы вставим и утопим, вот, то у нас все идеально прижимается. Никакого люфта туда-обратно нету. Самое главное, это чтобы у нас нигде ничего не пропускало. И тогда легко мы перезаправим зажигалку. Насадка стандартная, поэтому... Вот, сейчас покажу. Если мы берем просто зажигалку, то у нас просто все в разные стороны выбрызгивается, ничего мы заправить не можем. Секунду поставлю на паузу. И иголкой сейчас снимем эту резиночку. Вот. Сейчас переставим на эту зажигалку, которую хотим заправить. Так, одной рукой это делать неудобно, поэтому продолжу, когда уже ее одену. Ну вот, значит, резинку я надел, газ спустил, и зажигалка у нас не работает абсолютно. Сейчас пробуем заправлять. Блин, как же это неудобно одной рукой делать. О, с первого раза все заработало. Вот я еще разобрал, подрегулировал регулятор. Так, это минимум, среднее положение и максимум. Это уже перебор. Ну, пускай будет. В принципе, ничего сложного нету. Главное, чтобы нормально было уплотнение. Вот. В принципе, на этом все. Надеюсь, кому-то помог. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.